Совет Евросоюза по иностранным делам 17 октября в Люксембурге утвердит шестой транш военной помощи Украине размером в 500 миллионов евро за счет Европейского фонда мира. С этим пакетом помощь ЕС превысит 3 миллиарда евро. Как и по предыдущим траншам, поставки вооружений будут обеспечиваться государствами-членами Евросоюза. Кроме того, будут также покрываться расходы по ремонту и обслуживанию ранее поставленных вооружений. Между тем, Саудовская Аравия предоставит Украине гуманитарную помощь на сумму 400 миллионов долларов. Об этом заявил наследный принц Мухаммед бин Салман в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Наследный принц выразил готовность продолжать усилия по посредничеству и поддержке мер, способствующих деэскалации. Напомню, что ранее президент США Джо Байден объявил о выделении военной помощи Украине на 725 миллионов долларов.